Доброе утро, дамы и господа, коллеги. Я Кирилл Токарев, рад приветствовать вас на презентации отчета об устойчивом развитии группы компаний «Норникель» за 2020 год, а также презентации «Белой книги» о ликвидации последствий экологических происшествий 2020 года и мерах, принятых компаний. Сразу попрошу гостей нашей импровизированной студии выключить звук у мобильных телефонов. Ну и свои вопросы, это уже для наших зрителей, можете задавать на всех доступных платформах. Мы постараемся обязательно до наших спикеров их донести, если времени, конечно, хватит. Наш сегодняшний разговор разделен на 5 таких логических участков, 5 логических блоков. И в первом мы поговорим об устойчивом промышленном развитии, об ESG-повестке компании. Позвольте представить мне спикеров, которые сегодня в нашей студии. Это Андрей Евгеньевич Бугров, старший вице-президент по устойчивому развитию ГМК «Норильский никель». Андрей Евгеньевич, приветствую. Добрый день. Аплодисменты. И Елена Николаевна Феоктиста, управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству Российского союза промышленников и предпринимателей. Андрей Евгеньевич, ну вначале попрошу вас сказать все-таки вступительное слово, рассказать, может быть, некие общие слова об отчете, книге и прочее. Давайте, я займу там не более 2 минут. Во-первых, рад всех приветствовать, коллег и друзей. Я так понимаю, что тут собрались друзья Норильского никеля, которым не безразлично, что мы делаем, а тем более, как мы это делаем. Ну, вот об этом, наверное, сегодня и поговорим. 29 апреля компания опубликовала ежегодный отчет Норникеля по устойчивому развитию за 2020 год. Ну, как Кирилл только что сказал, и так называемую «Белую книгу» о ликвидации последствий экологических происшествий 2020 года и мерах, принятых компанией. 2020 год войдет вообще в историю как очень сложный, очень трудный год для компании. Но в присутствии Елены Николаевны Феоктистовой мне очень приятно сообщить всем, что вчера Норильский никель оказался победителем всероссийского конкурса РСПП. Лидера российского бизнеса, динамика, ответственность, устойчивость 2020. В номинации, это как раз предмет сегодняшней беседы, сегодняшней дискуссии, в номинации «За высокое качество отчетности в области устойчивого развития». Вот у меня здесь этот переходящий приз, нет? Нет. Ну, значит, это останется в музее компании. И так далее. Но при этом хочу еще сказать, что хорошие новости на этом не заканчиваются. Мы ждем еще каких-то событий, потому что компания вошла в шорт-лист S&P Global Metals Award в номинации «Социальная политика и устойчивое развитие». Ну вот, посмотрим, удастся ли нам в этом шорт-листе на первое место выйти. Но в отчете по устойчивому развитию говорится, что никель удержал лидерские позиции среди горно-металлургических компаний в области охраны труда и промышленной безопасности. Компания сохранила высокие стандарты социальной поддержки сотрудников, не допустив сокращений в условиях пандемии. Была существенным образом пересмотрена система управления рисками. Ну и одним из наиболее значимых достижений в области устойчивого развития 2020 года стала разработка новой комплексной экологической стратегии. И я рассчитываю, что в ближайшие дни она будет утверждена нашим советом директоров. На этом закончу свое вступительное слово. Пожалуйста. Спасибо большое, присоединяюсь к поздравлениям. Отдельное спасибо за краткость, но на этом приветственные слова у нас не кончаются. Я с радостью представляю вам посла доброй воли Организации Объединенных Наций Вячеслава Александровича Фетисова. Вячеслав Александрович, здравствуйте, как нас слышно? Ну и как вы оцениваете усилия Норильского никеля в деле ESG, устойчивого развития и прочее, как посол доброй воли он? Меня слышно, нет? Звука нет. Не слышно нам, Вячеслав Александрович, можем мы здесь в студии услышать? Алло. Прекрасно, есть звук. Вячеслав Александрович, вам слово. Есть, да? Да, добрый день. Рад всех приветствовать. Не только как посол Организации Объединенных Наций по экологии, но еще я недавно возглавил общественную организацию, которая через 3 года будет 100 лет. Это Всероссийское общество охраны природы. Как мы помним, в детстве, в юности практически
50 миллионов людей были членами этого общества. Надеюсь, что оно возродится, и будем взаимодействовать с большим бизнесом и сумеем таким образом отстроить диалог того, что, в общем, людям нужно, что их сегодня волнует. Но я пару месяцев назад побывал в Норильске и убедился в очередной раз, что у компании долгосрочное видение развития собственного бизнеса, которым краткосрочно является десятилетие. Десятилетняя программа, которая уже работает. И могу сказать, что устойчивое развитие сегодня – это переосмысление модели капиталистического развития мира в целом. Что это значит? Компания должна быть успешной в долгосрочном плане, приносить прибыль своим акционерам, быть надежным бизнес-партнером, стабильным налогоплательщиком и привлекательным работодателем. Хочу вас заверить в том, что талантливая, прогрессивная молодежь сегодня как раз в этом направлении и смотрит. Идти работать туда, где у компании есть перспектива, она экологически отстраивает свой бизнес до безупречности. И это, конечно, тоже такой хороший фактор того, что компания в этом направлении делает очень много. Как нам всем стало известно, изменение климата – это глобальная проблема, стоящая перед всем человечеством. И риски климатические стали и финансовыми. И компания одной из первых приняла этот вызов, который потребует от всех в ближайшее время огромной долгосрочной совместной работы. Вот только сами цифры, да, 250 миллиардов рублей на строительство серного проекта. Я там был, ходил ногами, видел презентацию. И меня это очень сильно порадовало и восхитило то, что, в общем, было создано. Единственное, конечно, я расстроился. Я тут доложил генсеку ООН при встрече в Москве, когда он был здесь официальным визитом, что мы говорим о том, что наша Арктика – это единый дом, и вдруг под санкции попали оборудование и все, что связано с технологией для того, чтобы побыстрее запустить этот завод. И, к сожалению, насколько я понимаю, компания на 2 года задержалась. Но, к счастью, наших инженеров и научного сообщества, с кем Норникель очень тесно взаимодействует, нашли решение. Я вот общался с людьми на месте, они вот горды тем, что сумели это сделать, и самое главное, понимают перспективу всего развития. То есть беспрецедентный, я думаю, в вашей индустрии пример того, насколько правильные решения были приняты давно. Помимо этого прочего, да, ну, 90% выбросов сократится в Норильске, что даст возможность восстановиться экологии практически в полном объеме. Еще бы хотел отметить, что помимо этого порядка 50 миллиардов рублей компания выделяет на ликвидацию накопленного вреда с советских времен, ну и, наверное, в наше время. Это тоже, в общем, говорит о том, что не заметить какую-то оплошность, которая, в общем, взорвала мир. Ну, наверное, при таких вложениях это может быть или какая-то ошибка, или какие-то там недочеты. В целом, компания очень правильно ведет свою политику на долгосрочное развитие. И я убежден, что данный подход позволит учесть и минимизировать все возможные риски, поддерживать непрерывность производства, усилить стабильность бизнеса, уверенность в клиентах и партнерах, надежности, стабильности и прогнозированности деятельности компании. Это очень важный момент, и я считаю, что это одна из крупнейших компаний в мире, но, естественно, она важна для Российской Федерации. Отдельно хотел бы сказать о руководстве компании. Я лично знаком и с Владимиром Олеговичем, и всеми его заместителями, высокопрофессиональные, ответственные люди. И несколько лет назад мы разговаривали о том, что он на самом деле будет вкладывать серьезные вещи в экологический проект. И вот я убедился на воочию и смотрю, насколько они все это контролируют. И самое главное, улавливают мировые тенденции, которые разворачиваются зачастую без учета участия Российской Федерации в разработке этих стандартов. Надеюсь, что мы совместными усилиями сумеем наши предложения внести. И самое главное, это то, что это
конкретный пример уже с конкретным, в общем, результатом. Это тоже, в общем, хороший показатель того, что Российская Федерация и ее компания сегодня впереди планеты всей. Я еще раз хочу сказать, я поздравляю с наградой. Компания является примером постоянно успешного, устойчивого развития бизнеса, который строится, опять же, с перспективой на долгое время. Это говорит о том, что в ближайшие 100 лет она будет на мировом рынке. Мы точно понимаем, что те компании, которые не будут соответствовать сегодня стандартам мировым, уйдут с рынка, и это необходимо учитывать сегодня. Это не какие-то пугалки, это реальности, которые требуют понимания, осознания. Компания перестраивает бизнес-модель в соответствии с лучшими мировыми практиками, дает стабильность, социальную защищенность сотрудникам, прибыль акционерам, надежность поставщикам, подрядчикам, клиентам и партнерам. И самое главное, надежная поддержка государства и в имиджевом плане, и в производстве. Ну и, наверное, в конце хотел бы добавить о том, что насколько социальная инфраструктура является важной для Норильска. Бывал там не раз, видел, какие объекты современные строятся. Понимаю, что это важно людям. Хочу еще раз попросить, наверное, и понадеяться уже как посол Организации Объединенных по туризму о том, чтобы в Норильске в итоге с поддержкой Норникеля создался самый современный хаб зеленого туризма, экологического туризма в Арктике в целом. Я встречался с молодыми ребятами, предпринимателями, которые очень красиво выстраивают презентацию. И я уверен, что со временем Арктика будет местом паломничества туризма, туристов со всего мира. И здесь, конечно, нам тоже будет совместно поработать. Так что вот все то, что я хотел сказать, потому что я видел, могу заверить то, что это не какие-то вымыслы, это то, что я сам увидел. Увидел конкретную стройку, увидел проект, увидел макет, увидел людей, которые... В непростых условиях, 40-градусный мороз, в этом году был практически полгода, строит завод, не опускает руки, но самое главное верить в то, что Норильск со временем станет самым экологичным производством не только в арктической зоне, но и на планете Земля. Спасибо. Спасибо, Вячеслав Александрович. Ну что ж, действительно, туристский потенциал региона огромный. Будет у нас туристский хаб в Норильске. И все-таки Андрей Евгеньевич попросил бы более детально рассказать о там, ключевых пунктах, собственно, и отчета, и белой книги. Я должен вам сказать, что я 3 года назад взялся у старшего сына и нескольких близких друзей, и вместе с ними отправился на плато Путорана и провел там совершенно замечательные 5 дней. Вот, очень сильно впечатлен красотами, которые там есть, и насекомыми размером с мой палец. Вот, поэтому туризм там будет экстремальным, но он будет. Хорошо, давайте вернемся к, собственно, к отчету об устойчивом развитии, ключевым его моментам, ну и направлениям, которым компания сейчас уделяет наибольшее внимание. Ну, Норникель в целом поддерживает повестку дня в области устойчивого развития и целей устойчивого развития. Вклад в достижение этих целей отражен в корпоративных нефинансовых отчетах, которые приобретают все большее значение и становятся примерно такими же важными, как и отчеты, содержащие финансовую информацию. Мы так для себя определили 6 целей, которые в наибольшей мере соответствуют нашим возможностям. Это цель «Хорошее здоровье и благополучие», цель номер 3. Цель номер 8 – «Достойная работа и экономический рост». Цель 9 – «Инновации, индустриализация и инфраструктура». Поскольку мы несем ответственность за город, то
цель номер 11 – устойчивые города, населенные пункты. Цель 12 – ответственное потребление и производство. И 13 – цель принятия срочных мер по борьбе с изменениями климата и его приспособление к его последствиям. Ну вот, отчет как раз и рассказывает о том, что мы в этом направлении делаем. Но особенно хотел бы подчеркнуть, с учетом актуальности этой проблематики, что удалось сдержать распространение коронавируса в тех регионах, где мы работаем. На борьбу с эпидемией и поддержание стабильности в связи с пандемией было выделено в 2020 году 20 миллиардов, не, простите, не 20, 12 миллиардов рублей, и еще 8 миллиардов запланировано на 2021 год. Компания сохранила рабочие места, средняя зарплата выросла до уровня в 130 тысяч рублей. Продолжаем развивать программу корпоративных медицинских центров. Ну и показатели травматизма удалось снизить до рекордных для компании значений. Ну, вот это вот краткое перечисление таких основных вопросов, которые отражены в отчете об устойчивом развитии. Ну что ж, мы, я думаю, по всем этим вопросам ведь пройдемся сегодня вот в ходе нашей презентации. Елена Николаевна, очень хочется услышать вас, но у нас тут, знаете, срочный звонок из Минпромторга, что называется. Алексей Сергеевич Беспрозванных, заместитель министра Минпромторга, представитель экспертного совета по устойчивому промышленному развитию. Дадим слово коротко, а потом, разумеется, к вам. Алексей Сергеевич, как слышите нас? Что можете тоже сказать о действиях Норильского никеля в течение 2020 года? Как оцениваете ESG-повестку компании? Может быть, рекомендации? Спасибо большое, Кирилл, добрый день. Андрей Евгеньевич, Елена Николаевна, здравствуйте. Ну, прежде всего, хотел, конечно, поблагодарить за возможность участия в презентации отчета об устойчивом развитии и белой книге. Я так посмотрел материалы, здесь для себя какие-то там сделал определенные пометки. Конечно же, как уже Андрей Евгеньевич говорил, 2020 год стал достаточно непростым не только для Норильского никеля, а в целом для промышленности. И помимо глобальных проблем, связанных с проблемами развития промышленности и сдерживания, да, с учетом коронавирусной инфекции, ну, конечно, компания столкнулась еще и со сложностями экологического характера. И мы здесь пристально следили за этой ситуацией, ну и старались не оставаться в стороне, а все-таки, так сказать, совместно с компанией выходить и искать способы решения там, тех проблем, с которыми с аварией сложности были, и, в общем-то, в целом по компании. Вот в аварии в 2020 году в мае, которая случилась, я хотел бы, наверное, пару слов сказать, что, конечно, компания очень активно и сразу быстрыми темпами приступила к ликвидации, и после этого, в общем-то, сделала определенные выводы. Мы видели, как сейчас меняется политика с точки зрения предупреждения таких ситуаций. И мы в целом для себя сделали определенные выводы, вообще в целом по отраслям, значит, к чему может, ну, привести, скажем так, такие последствия. Мы направили в первые дни аварии, наверное, все нужные материалы, технику. Отмечу, что российского производства, значит, для утилизации нефтепродуктов из загрязненной территории. Ну и сегодня компания подвела итоги, значит, и, конечно, мы видим ту программу, которая сегодня представлена, что достаточно большие средства и большие такие, усилия будут направлены на модернизацию промышленной инфраструктуры компании, повышение промышленной безопасности и восстановление окружающей среды. Это очень важно, и мы, безусловно, поддерживаем проводимую Норникелем такую работу. Конечно, вопросы экологической такой стабильности приобретают сегодня все большее значение как на международной арене, так и в целом в российской, в нашей повестке. И мы видим сегодня растущий интерес крупнейших международных компаний к трансформации технологических процессов и фокусировке на так называемых зеленых технологиях и ESG-подходах. В целом тренд на зеленую экономику и возобновляемые источники энергии, конечно, в том числе и создает повышенный спрос на цветные металлы. И здесь курс на озеленение, значит, технологических процессов
конечной продукции будет, конечно, только усиливаться. Сегодня Минпромторгом сформированы и продолжают совершенствоваться необходимые инструменты господдержки для таких целей, в частности, зеленые кредиты, механизмы стимулирования перехода промышленности на НДТ. Мы эту работу будем, безусловно, продолжать. Ну и вот по моему мнению, мы, так сказать, внимательно смотрим тот опыт, который крупные компании сегодня демонстрируют в рамках этой деятельности. Мы видим, что Норильский никель полностью улавливает тренды обновленной повестки ведения производственной деятельности. И как глобальный игрок сегодня, на рынке цветной металлургии проводит вполне такую обоснованную политику, направленную на повышение устойчивого развития. Мы и у меня на экспертном совете рассматривали ряд вопросов, и в целом здесь с экспертами следили за этой ситуацией. Хочу отметить, что Норникель сегодня имеет такую достаточно долгосрочную инвест-программу, которая предусматривает в том числе масштабную модернизацию производственных мощностей. И очень важным блоком в этой программе, конечно, является это повышение экологической эффективности производства. Здесь несколько примеров даже можно привести. Я знаю, что одна только реализация серного проекта позволит компании сократить к 2025 году выбросы диоксида серы на 90%, ну, по сравнению с показателями 2015 года. Это очень важный проект и, ну, еще раз демонстрирует подход компании к этой теме. При этом хотел бы отметить, что и внушительные инвестиции компании, значит, вкладываются более там 2 триллионов рублей до 30-го года по тем данным, которые были представлены. Хотел бы, наверное, в заключение сказать, что мы уверены, что реализация таких масштабных инициатив позволит Норильскому никелю нивелировать репутационные потери, которые были там с учетом этого случая, ну и, конечно, повысить конкурентоспособность промышленной продукции на внутреннем и внешнем рынке за счет минимизации углеродного следа. Вы видите, просто там слайд был о том, что сегодня компания — это 4,2% в объеме промышленного производства, 4,3% экспорта, так сказать, достаточно значимая цифра для общего российского объема производства и экспорта в России. Поэтому мы, безусловно, будем поддерживать ту комплексную экологическую программу, которая, так сказать, будет представлена Норильским никелем, которая сейчас обсуждается, я так понимаю, утверждается в компании, и готовы активно помогать в ее реализации. И, так сказать, нам, конечно, чтобы этот тот опыт, который компания имеет, чтобы она делилась с другими крупными компаниями, вообще в целом с отраслью. Поэтому мы готовы со своей стороны всегда подставить плечо и оказать всю необходимую поддержку и содействие. Ну и, конечно, хотел бы поздравить с наградой тоже присоединиться Вячеславу Александровичу. Вот, важная награда, которая как раз обозначает и, наверное, показывает ту роль компании, которая сегодня проводится в общей повестке. Спасибо. Спасибо, Алексей Сергеевич. В продолжение того, давайте, что Алексей, конечно, Сергеевич говорил, вот хотелось бы, ну, по крайней мере, обозначить несколько вопросов, которые довольно актуально стоят и в международной повестке дня, и возникают в отношениях компании с ее стейкхолдерами. Речь идет об углеродной нейтральности или же нулевом выбросе парниковых газов к 2050 году. На самом деле нас что беспокоит, что у нас существует нехватка технологических решений в области декарбонизации. Вот. По данным там, Европейского патентного ведомства, Международного энергетического агентства, многие технологии, необходимые для обеспечения декарбонизации в мире к 2050 году, находятся на самых ранних стадиях разработки. Или же еще не разработаны, еще не появились. Мы в Норникеле так для себя промежуточную цель обозначили, что наши выбросы парниковых газов не будут превышать 10 миллионов тонн СО2 эквивалента до 2030 года. Но это в условиях, когда мы ожидаем, что по нашим прогнозам объем производства вырастет на 30%. То есть в относительных исчислениях
будет реальное уменьшение. Но, тем не менее, мы внимательно следим за развитием возобновляемой энергетики, водородной технологии. В мире много говорят о газе, как переходном топливе на пути к водороду. Отказаться от нефтяного топлива, от дизельного топлива и перейти на сжиженный природный газ, в частности, рекомендовал фонд, как он называется, фонд дикой природы, да? Всемирный. Какой? Всемирный фонд. Всемирный фонд, да. WWF, там, скажем так. Рекомендовал он в письме, которое было направлено президенту компании Владимиру Потанину. Ну вот в настоящий момент норильский никель сам по себе, по своей инициативе, с помощью подсказки WWF, разрабатывает общие технические решения для строительства завода по производству сжиженного природного газа в Норильске. А во втором полугодии 2021 года мы начнем испытания карьерных самосвалов БелАЗа, переоборудованных для работы в двухтопливном режиме с использованием СПГ. Применение новой технологии позволит существенно сократить выбросы оксида и диоксида углерода, оксидов азота, углерода, сажи, собственно говоря. И как следствие снизится уровень загазованности карьера. Ну вот на этом пока остановлюсь. Но повторяю, вот самый важный вот для меня месседж в том, что мы очень внимательно смотрим за теми технологиями, которые будут появляться. И ежели мы потом убедимся в том, что эти технологии появляющиеся, а мы следим за тем, как это делают наши сравнимые компании-партнеры в горно-металлургическом секторе, ежели эти технологии смогут найти применение в нашей практике, то, естественно, мы будем их внедрять. Времени до 50-го года, с одной стороны, много, с другой стороны, очень мало, с учетом сроков разработки и внедрения. Все, больше спасибо, не буду да, говорить мы хотим... на эту тему. Что не только, вот вы сейчас сказали, что очень внимательно следите за технологиями, а я бы отметила, что вы все-таки внимательно относитесь к вот этому взаимодействию с вашими заинтересованными сторонами, поскольку вы подчеркиваете, что все-таки это реакция на те предложения и ожидания, которые вы получили от, в общем, профессиональных структур гражданского общества, от экологов. Да, мне кажется, само по себе это очень важно. Ну вы расскажите, собственно, да, какие были предложения, что делал Норильский никель. Я понимаю, награды просто так не дают, но все-таки, может быть, есть еще какие-то рекомендации? Стресс-тесты, как там они были? Всегда есть. Я должна сказать, что нет предела совершенства, поэтому каких бы высот мы бы не достигали, всегда есть куда идти. Это, вообще говоря, воодушевляет. Но я бы хотела, конечно, начать с того, что сказать, что вообще-то подготовка отчета – это очень ответственная и большая работа. И с завершением этого очередного цикла действительно надо компанию поздравить, потому что это просто… Вот это слово «ответственность» я бы хотела, кстати, сказать и подчеркнуть. И это сложная работа. У отчета есть две ключевые функции, вообще-то их три, но две ключевые функции – прежде всего, и это первое, это инструмент управления в компании. И поэтому чрезвычайно важно качество организации самого процесса отчетности, сбор, обработка, анализ информации, мониторинг процессов, взаимодействие внутри подразделений компании и понимание того, не противоречивы ли цели у разных направлений, а это вполне возможно. Это выявление точек роста и подготовка аргументированных предложений для принятия управленческих решений. Вот то, что дает отчет, если и процесс отчетности, если он хорошо организован. Ну и потом, и вторая существенная и важнейшая качество, или точнее функция отчета, это взаимодействие с заинтересованными сторонами, это коммуникационный инструмент. И здесь, конечно, чрезвычайно важно качество информации. Сегодня уже недостаточно просто иметь отчет. За это уже никто не похвалит. Это уже как бы естественно. А вот что именно отражает отчет? Является ли он реальным отражением общественного лица компании? Вот это важно. Собственно говоря, отчет – это зеркало деятельности. Да? И через информацию, которую представляет о себе компания, о том, какова ее стратегия,
какие она предпринимает действия по реализации этой стратегии, каких результатов достигает, связано ли это вот результат со стратегией, с теми задачами, которые поставлены. Вот если это отчет, так сказать, достаточно убедительно показывает, то на самом деле это то, что формирует и репутацию, и отношение к компании, кстати сказать, влияет на независимые оценки. Да, вот независимые оценки отчетной информации – это то, что сегодня, то, чем сегодня пользуются самые разные заинтересованные стороны, мы это прекрасно понимаем, и финансовые аналитики, которые хоть и сами анализируют всегда, сами делают свой анализ по любой компании, но всегда используют имеющиеся уже независимые оценки для принятия своих собственных решений. Поэтому вот если говорить о качестве информации в отчете, то мы, ну вот то, что сказал Андрей Евгеньевич, то, что стоит на столе, это не первая и, будем надеяться, не последняя награда, которую получает компания за вот эту свою работу по развитию отчетности и по подготовке той информации о компании, которую мы все с вами, пользуясь которой мы формируем представление о ней. Но я должна сказать, что не только конкурсы, да, оценивающие информацию, но и индексы и рейтинги – это тоже инструмент независимой оценки компаний, на основании которой формируется вот та самая репутация и принятие самых разных решений в отношении компании. И вот тут я как раз хотела сказать, потому что такие вопросы, естественно, возникают. Компания «Норильский никель», ну, в течение целого ряда лет, фактически с самого начала, когда стали анализироваться и составляться индексы устойчивого развития РСПП и фондовые индексы Мосбиржи РСПП. Фактически это вот сегодня первый такой инструмент комплексной ESG-оценки, российский национальный инструмент оценки компаний по устойчивому развитию. И у Норильского никеля всегда были высокие позиции в группе А и при этом высокие индивидуальные индексы. Но вот событие, которое случилось в 2020 году, естественно, возникает вопрос, может ли компания сохранить свои позиции в индексе, поскольку событие имело, естественно, очень большие последствия, издержки репутационные и финансовые для компании. И в нашей методике есть, так сказать, пункт, который обязывает нас, и биржу проводить стресс-тест. Если бы событие произошло вот тогда, ну, понятно, что событие произошло в 2020 году, а индекс формировался раньше, по предыдущему отчету. Вот если бы событие произошло раньше, тогда, когда делалась оценка, сохранила бы компания свои позиции в индексе. И мы такой стресс-тест проводили, проводил РСПП, потом биржа со своей стороны, мы принимали, так сказать, оценку эту делали, это комплексное решение. Что показала эта оценка, вот это важно сказать. Высокий потенциал устойчивости компании. Вот что важно. У компании действительно достаточно хорошо налажены процессы управления, в том числе факторами устойчивого развития и рисками. И несмотря на то, что очевидно совершенно были какие-то проблемы в этой сфере, и показатели, что называется, вот при оценке, естественно, снизились бы, но тот высокий уровень, которого компания достигла по показателям, и по показателям результативности, и по качеству управления всеми процессами, все равно сохраняла компанию в числе лидеров и в рамках индекса. И вот мы к этому, так сказать, выводу пришли, и совершенно обоснованно компания. И это вот я, потому что вопрос о том, ну как же так, при таких событиях, как может компания оставаться в лидерах устойчивого развития, вот этот потенциал устойчивости, это очень важно. И это помогает компании быстрее справиться с теми, так сказать, с тем событием, которое произошло, с его последствиями. Но совершенно понятно, что среди выводов наших, и это как раз будет предметом оценки вот того отчета, который представлен сегодня, той информации, которая отражается в этом отчете, кроме всего комплекса, большого комплекса показателей, которые обычно оцениваются, но особое внимание, конечно, будет вопросом о промышленной и экологической безопасности и охране труда, вопросом обучения персонала, потому что понятно, что от людей очень многое зависит. И вот это обучение персонала и, так сказать, последствия этого обучения, точнее, результаты этого обучения, это тоже предмет нашего анализа. Это вопрос управления устойчивым развитием, факторами, рисками в этой сфере.
Ну вот на самом деле это то, что, на что, обращая особое внимание, будет теперь формироваться оценка компании в очередном индексе. И, конечно же, вопросы, вот что очень важно, это вопросы того, как компания реагирует на события, как информирует внешнее сообщество, какой анализ проводит и какие выводы делает из событий, какие меры принимает, как это влияет на финансовую устойчивость. Мы, одна из задач, которая, естественно, стоит перед теми, кто составляет, это всегда так, в любом совершенно таком инструменте, внимательно отслеживать этот процесс. И это будет приниматься во внимание. Мы все с вами знаем, что компания достаточно много обсуждала в публичном пространстве и события, и принимаемые меры, и, так сказать, независимую оценку уже происшедшего. Мы слышим о том, что компания взаимодействует со своими заинтересованными сторонами на предмет понимания того, куда надо двигаться и какие меры принимать для того, чтобы подобные риски, ну, предотвращать. И это тоже говорит о том, что это как раз к вопросу об управлении, о качестве взаимодействия, о потенциале устойчивости. Мне кажется, что у нас есть основания полагать, что компания, несмотря на сложные обстоятельства, в которых она оказалась, и территория, кстати сказать, которая оказалась в этих сложных обстоятельствах, но из этой ситуации сможет выйти сама и сможет, в общем, ну, так сказать, ликвидировать последствия, те негативные последствия своего воздействия, которые случились в силу разных обстоятельств, в том числе объективных, вот в 2020 году. И мне бы, конечно, хотелось пожелать компании, ну, не останавливаться на достигнутом. И с точки зрения отчетности и информации, которую компания, потому что очень важно, полнота и значимость информации очень важна. Это я хочу еще раз подчеркнуть. Сегодня в этом ключ. И именно это определяет оценку в значительной степени компании. И хочу еще раз сказать, что как бы высоко мы ни поднялись, двигаться вверх всегда есть возможности. И вот я бы хотела пожелать компании идти вперед и вверх. А там, ведь это наши горы, они помогут нам. Спасибо. Спасибо, Елена Николаевна. Уверен, Кирилл, да, что компания... Можно, да, пожалуйста. Маленькое такое наблюдение, что ли, за... Компания «Норильский никель» прошла общественное заверение на Совете по нефинансовой отчетности РСПП. Должен сказать, что это совершенно неформальная процедура, а очень такое заинтересованное профессиональное обсуждение всех аспектов деятельности компании с формулированием рекомендаций. Рекомендации, кстати сказать, в основном в сторону большего предоставления информации, большей открытости, если хотите, детализации информация, того, да, что мы делаем. И мы, наверное, в следующем отчете эти рекомендации учтем. Но вот что мне понравилось в вашем рассказе, Елена Николаевна, то, что вы оцениваете потенциал устойчивости. В этом смысле сохранили нас в индексе. А WWF взял и исключил нас из рейтинга. И неизвестно, когда вернет компанию в этот рейтинг. Совершенно, на мой взгляд, непонятное решение. Но спорить не будем, вы же сами хозяева своего рейтинга, правда же? Хорошо, спасибо, коллеги. Я предлагаю тогда в таком случае двигаться дальше. Спасибо большое. Сейчас мы прервемся буквально на несколько минут, затем поговорим об инвестировании компании в регионы присутствия. Не покидайте нас.
Итак, мы продолжаем. В этом блоке поговорим об инвестировании, ответственном инвестировании компаний в регионы присутствия, в территории присутствия. К нам присоединились вице-президент по федеральным и региональным программам Норникеля Андрей Грачев. Андрей Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. И Григорий Петрович Литков, президент Общероссийской общественной организации Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Григорий Петрович, добрый день. Андрей Михайлович, вас, наверное, попрошу. Вообще, какую роль сейчас компания играет в территориях присутствия, в регионах присутствия? Какие программы развития этих территорий существуют вообще? Что здесь ключевое? Потому что мы все знаем, какую роль в общих чертах. Ключевую, да. Если детализировать. Если детализировать. Ну, вы сами ответили на этот вопрос. Ключевую роль. Я бы хотел сказать, что у нас сейчас, ну, выделить три направления. Первое – это экологизация. Вот. Второе направление – это реновация в Норильске. Это полная перестройка, обновление Норильска. И третье направление – это наш туристический проект. Четвертое направление, конечно, мы не можем не упомянуть – это взаимоотношения, наше развитие отношений с коренными малочисленными народами Севера. Фактически, вот, так сказать, четыре эти направления, они являются ключевыми. Что касается территории, ну, скажу так, примером развития территории, конечно, является инвестирование в развитие города Норильска. Мы понимаем, что север – это Арктика, Арктика – это очень жесткие условия. Понятно, что у нас там инфраструктура приходит достаточно быстро в негодность, поэтому в настоящее время нами подписано вместе с краем, с федерацией, подписано соглашение о развитии социально-экономическом Норильска. А этим соглашением предусмотрено вложение до 120 миллиардов совместное вместе с Федерацией, вместе с краем, до 120 миллиардов рублей до 2024 года и с перспективой на 2035 год. Значит, соответственно, из этих средств 81,3 миллиарда – это вклад компании. Я не хочу сыпать цифрами, я хотел бы обратить внимание, что, то есть, если мы говорим о процентном соотношении, до 70% вклад компании в развитие инфраструктуры Норильска – это, пожалуй, единственный пока случай и пример того, как социально ответственная компания относится к месту пребывания, к месту, где находятся основные производительные силы. Значит, что касается экологизации, ну, здесь уже Вячеслав Фетисов рассказывал, фактически вы должны представлять, что такое 250 миллиардов, которые идут на серный проект. Значит, 250 миллиардов является частью внебюджетного финансирования федерального проекта «Чистый воздух». То есть фактически внебюджетные средства всего проекта «Чистый воздух» в рамках Российской Федерации составляет 500 миллиардов, из которых 250 – это вклад норильского никеля. Таким образом, 50% успеха этого проекта как раз лежит в Норильске. 50% мы можем говорить, что это будет реализовано в Норильске. Значит, сейчас достаточно серьезная программа развития территории, она посвящена очистке территории от накопленного ущерба. И, в частности, я сегодня разговаривал с Николаем Николаевичем Уткиным, руководителем Норильского дивизиона, который подтвердил, что фактически уже сейчас разворачивается мощности для очистки территории от накопленного ущерба, эта программа составит порядка 40 миллиардов рублей. Но не только производством и экологией жив человек. Мы понимаем, что места, где находятся производительные силы норильского никеля, арктические пейзажи, они являются привлекательными с точки зрения туризма. И здесь мы хотели бы говорить о том, что для нас является социально важной такая роль, как создание здесь туристических кластеров. Прежде всего, это касается такого
кластера как Затундра. Это новый кластер. Значит, у нас инвестиции порядка 20 миллиардов рублей. Там мы собираемся принимать до 50 тысяч туристов в год. И Валла-Тунтури – это в Мурманской области. Там вложения меньше, но тем не менее это тоже будет курорт, туристический курорт, который будет неотъемлемой частью социальной инфраструктуры Мурманской области. Особая сфера нашей деятельности – это взаимоотношения с коренными малочисленными народами Севера. Мне на самом деле повезло, то, что я познакомился с сенатором Григорием Петровичем Литковым. Мы нашли очень быстро общий язык, обсудили вопросы, связанные с проблемами КМНС. К этому процессу подключился Григорий Иванович Дюкарев, руководитель ассоциации Таймырской. И мы, ну, так сказать, все случается в этой жизни. После того, что случилось на ТЭЦ-3, реально немножко, ну, не то что изменили, а подкорректировали свою политику на территории. То есть, в принципе, если раньше мы предлагали помощь и, ну, не то что диктовали условия, но предлагали именно вот это, вот это, вот это, сейчас мы перевернули эту пирамиду, которая стояла на голове, и поставили на основание. Что мы сделали? Мы проехали по поселкам, собрали пожелания всех представителей. У нас 36 общин крупных, 14 небольших общин. Но мы исходим из того, что говорил Виктор Гюго, что ни один народ, величие ни одного народа не измеряется численностью, как, в общем, величие каждого человека не измеряется ростом. Поэтому мы, конечно же, считаем, что у нас 50 народности, 50 общин, 5 народности, 50 общин. И мы на самом деле заключили соглашение четырехстороннее с Норильский никель заключил с ассоциацией федеральной, краевой и таймырской, в результате чего появилась новая программа, основанная исключительно на пожеланиях представителей коренных малочисленных народов. Она рассчитана на 5 лет, фактически это 2 миллиарда рублей, там 47 мероприятий. И, конечно же, эта работа, она дала свои плоды. Из последних могу вам сказать, вот еще только-только у нас прошел, вчера Координационный совет КМНС при Норильском дивизионе, при руководителе Норильского дивизиона, на котором тоже принято решение, это Координационный совет, живой орган. Вот, короче говоря, в этом плане мы движемся, ну, наверное, какое-то мнение выскажет и Григорий Петрович. Обязательно сейчас спросим, да. Но у нас на связи, насколько я понимаю, находится заместитель председателя правительства Красноярского края Николай Валерьевич Зуев. Он, чтобы не держать его там, он торопится. Николай Валерьевич, с нами вы. Как вы оцениваете тоже действия Норильского никеля на, ну, будем вот так формально называть, территориях присутствия, ну, в жизни людей в тех регионах, в которых компания работает? Добрый день, уважаемые коллеги. Я действительно хотел бы присоединиться и подтвердить все слова, которые прозвучали от Андрея Михайловича о том, что в последние, значит, месяцы, наверное, мы довольно плотно совместно с компанией работаем и в части реновации, и в части экологии. Как уже было сказано, подписано четырехстороннее соглашение было в начале этого года, и в рамках этого мы завершаем работу по комплексному плану социально-экономического развития города Норильска до 2035 года. Отдельно также мы совместно с коллегами приступаем к реализации программы реабилитации природных компонентов, которые пострадали в результате вышеупомянутой аварии. Считаю, что двигаемся конструктивно. Вот, например, завтра мы очередное такое мероприятие будем совместно с компанией городом Норильском проводить. И, в общем-то, надеемся, что этот тренд будет продолжен и, собственно, будет, он послужит развитию и улучшению качества жизни на Таймыре, на севере, в Норильске и в целом
в Арктике, в Красноярском крае. В общем, всячески поддерживаем инициативы компании. Спасибо, Николай Валерьевич. Спасибо. Будем двигаться дальше. Григорий Петрович, ну расскажите тогда, как вот теперь эта пирамида, которую перевернули, как коллега выразился, с головы теперь уже на ноги, насколько она устойчива теперь, насколько комфортно работать с компанией? Спасибо. Добрый день, уважаемые друзья. Вы знаете, ну я хотел бы в двух моментах остановиться, постараюсь коротко. Первое, то, что надо сказать о том, вот Север и Арктика. Вы знаете, ну история промышленного развития этих территорий, ну более 50 лет, это в 70-х годах прошлого века. И мы с вами все прекрасно понимаем, что изменение климата, оборудование ветшает, стареет, технологии уходят в прошлое. И мы должны понимать все, что если мы не будем постоянно вот обращать на это внимание, смотреть, как эти технологии развивать, как не допускать, чтобы трубопроводы там ржавели или какие-то еще там объекты приходили в негодность. И если мы это не будем обращать внимание, значит, мы можем очень быстро превратить эту уникальную, чистейшую, наверное, один из единственных мест красивейших озер, мест чистейшей пресной воды, все уникальные виды животных. Единственное место, где в мире сохранились кочевники, оленеводы, нигде в мире этого нет. И все вот это многообразие природы и этнического состава во всем мире, к сожалению, превращается в музейные ценности, какие-то шоу. В отличие от этого, у нас в России, в Арктике, вот это все является видом сельхоздеятельности. Люди живут, это не какие-то там экспонаты, это может давать людям жизнь, занятость, и самое главное, земли не брошены. Поэтому вот все этой ситуации мы считаем так, что компания столкнулась с этой ситуацией тоже, вот, но она очень достойно из этого выходит. И я бы хотел, пользуясь случаем, обратиться ко всем компаниям, вот, ко всем представителям небольшого промышленного бизнеса, крупным корпорациям, те, кто сегодня планируют стать резидентами арктической зоны, чтобы они настраивались вот на такой ритм работы и брали пример, чтобы мы могли сразу вот с колес начинать новое развитие. Вот по сути, это новая промышленная революция в Арктике. Мы должны ее начинать по-современному, начинать ее открыто, и чтобы весь мир, и мы сами видели, как мы на долгие годы сохраним наше все уникальное, и при этом экономику России будем развивать, ну и в том числе мировую экономику. Поэтому в этом плане мы, как общественники, мы очень активно участвуем в этом деле. И, например, Всемирный фонд охраны животного мира, мы тоже говорим, что оказывается, например, вот этого западных стандартов национальный парк, он, оказывается, больнее бьет по нам, чем трубопровод или угольный разрез. Потому что трубопровод пройдет ниткой, мы там переход оленям сделаем. А национальный парк нам говорит, нет, вот теперь вы будете заходить только за деньги, закрытый вход, вы не, больше не будете рыболовством заниматься, оленеводством. И у нас это тоже новые вызовы. Поэтому сегодня, видите, как современный мир очень меняется. Хорошо, что он открытый. Мы готовы работать в этом плане. И когда сегодня компания с достоинством выходит из этой ситуации, мы договорились, что мы всецело будем помогать. Мы будем давать советы, мы будем участвовать во всех процессах, проводим этнологическую экспертизу, будем разрабатывать вместе законы федеральные, для того, чтобы на все будущие случаи мы были готовы к этим ситуациям и все достойно выходили. Спасибо, Григорий Петрович, спасибо большое. Второй камень в огород Алексея Юрьевича, но мы обязательно его спросим, да, но чуть позже. Спасибо Алексей большое. Алексей Юрьевич, тоже все-таки вопрос, да, действительно, вот Андрей Евгеньевич затронул очень большую проблему, ну не проблема для нас, вопрос возвращения в рейтинг открытости, да, потому что, ну, господа, извините, пожалуйста, мы недавно сообщили о том, что у нас утекло, ну, не на землю, а в ведро, 20 литров топлива, да, сообщили всем. Это превратилось в 20 тысяч. Несмотря на это, мы и дальше продолжим нашу открытость. И, ну, призываю вас все-таки рассмотреть нас как кандидатов на компанию со статусом, сейчас, минуту, высокой открытости для публики. Спасибо. Спасибо, мы обязательно призовем еще в следующем блоке. Но хотелось бы Норильск услышать, наверное, Максима Миронова, директора агентства развития Норильска. Максим Николаевич, как слышно?
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Слышу вас хорошо. Добрый... Скажите, как слышно меня? Слышно прекрасно. Расскажите о ключевых проектах развития Норильска по 2020 году. Может быть, о каких-то планах, о которых коллеги уже начали говорить, ну и говорили уже достаточно много. Ну, вообще, продолжая важную для Норильска тему, это развитие экологического туризма. И у нас проблемы со звуком, к сожалению. Только ли они у нас в студии или трансляция тоже? Максим, минутку буквально. Угу. Все, а вот теперь слышно. Продолжайте, извините. Да, я продолжаю важную для Норильска тему развития экологического туризма. Дополню, что при поддержке компании будет реализован еще один важный проект в туристической сфере, но с большим акцентом именно для жителей города. Это создание природного парка с развитой инфраструктурой вблизи знаменитого ущелья «Красные камни» в горном массиве Хара-Айла. Это уже отроги плато Путорана. Это уникальная природа с красивыми потрясающими ландшафтами, водопадами и одно из самых популярных мест отдыха жителей Норильска. И самое главное, что она логистически доступна сейчас каждому горожанину. Но на сегодняшний день там полностью отсутствует какая-либо инфраструктура, и это, конечно же, не лучшим образом сказывается на хрупкой арктической природе. Так вот, этот проект как раз решит вопрос и сохранности природы, и как раз будет направлен на просвещение горожан о бережном отношении к ней. Говоря о устойчивости города, мы понимаем, что требуется подготовка кадров на территории. Уже разработана и реализуется стратегия развития нашего Норильского индустриального института, и мы начинаем его трансформацию в современнейший арктический университет имени Федоровского. С внутренним пространством мы планируем строительство и комфортного общежития, которого в Норильске никогда не было, для иногородних и иностранных студентов. В планах компании строительство и одной из самых современных школ в России. Мы сейчас рассматриваем проект гимназии имени Евгения Максимовича Примакова и изучаем его на предмет адаптации к нашим северным условиям, и такая школа в Норильске будет построена. В этом году начинаем реформу и общественного транспорта в Норильске. Создаем всепогодное общественное пространство. Начинаем проектирование Арктического музея современного искусства и еще десятки важных для города проектов. Мы точно знаем, что эти проекты изменят наш город, который станет самым современным и комфортным городом, где в Арктике на мировом уровне. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Максим Николаевич. Отдельное спасибо за краткость. Андрей Евгеньевич, добавить что-то? Меня вот зацепило слово «реновация». Да? Реновация в Норильске. Интересная история. Бывал неоднократно. Да? Жилой фонд значительный, ряд проблемный. Вот откуда это возникло все? Реновация — иностранное слово, на самом деле. Мне не очень нравится. Это обновление. Обновление. Скорее, правда же? Вот. Но так как привычка сложилась к использованию англицизмов. Но вот в продолжение того, что говорил Максим Николаевич, там действительно, я с ним недавно на Рижске встречался, там действительно огромная программа того проектов, которые бы сделали городскую среду гораздо более комфортной для проживания. И коллектив этого агентства колоссальную работу проводит на самом деле. Но вот из многообразия того, что они делают, я бы действительно упомянул о программе такого жилищного обновления, амбициозная программа, которая начата в Норильске. Потому что существующие здания и сооружения, они там построены 30, а то и 50 лет назад, они проектировались, исходя из климатических параметров, характерных для середины, скажем, прошлого века. Многие конструкции функционируют только за счет запаса прочности, что, в общем, увеличивает вероятность разрушений и аварий. В последние годы строительство нового жилья в городе не велось. Износ фонда достиг там более 40%. А в рамках программы новой, рассчитанной до 2035 года, планируется строительство почти 100 новых жилых домов общей площадью почти 400 тысяч квадратных метров. И за счет модернизации и диверсификации энергетической, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры будет обеспечен переход к новым, более высоким стандартам жизни в арктическом городе. Довольно интересная часть, что планируется, часть планов, планируется создание, разработка, вернее,
цифрового двойника города Норильска для создания краткосрочных, средне- и долгосрочных моделей планирования рисков в соответствии с различными климатическими сценариями. Другая тема, я только ее обозначу здесь, состоит в том, что, учитывая изолированность Норильска, большую важность приобретает повторная переработка и дальнейшее использование строительного мусора. Мы в 2016 году закрыли никелевый завод, вывезли там ценное оборудование и прочее, но здания-то стоят, и надо же рекультивировать эту землю, на которой этот завод находился. Это приведет к увеличению строительных отходов мусора на примерно на 1,5 миллиона тонн. Поэтому необходимо рассматривать варианты, и они рассматриваются, варианты разработки и строительства местных мусороперерабатывающих заводов. Переработанные строительные отходы могут в дальнейшем использоваться, как известно, для производства стройматериалов для Норильска, так и, наверное, для промышленных объектов, которые будут строиться, создаваться на Таймыре. Это проект Роснефти «Восток Ойл» или проект компании Романа Троценко «Северная звезда», там кластер по производству угольных концентратов на северо-западе Таймыра. Например, из боебетона можно производить гравий и сертифицировать его, и вполне будет хороший материал. Чем лучше, чем возить его по Енисею в баржах с материка. Ну вот все, пожалуй. Спасибо, спасибо, Андрей Евгеньевич, спасибо, коллеги. Мы тогда двигаемся дальше. Буквально через минуту поговорим об экологических, многочисленных экологических инициативах компании. Итак, мы продолжаем в этом блоке, в этом логическом блоке поговорим об экологических инициативах компании, как о планах, так и о результатах. К нам присоединились Станислав Селезнев, вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникель». Станислав Сергеевич, приветствую. Также Евгений Шварц, руководитель Центра ответственного природопользования Института географии РАН. Евгений Аркадьевич, приветствую вас. И Алексей. Директоров. Еще и член. Ну,
Пометим, пометим. Да. Совет директоров. Независимые директоры. И руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда защиты дикой природы «Россия» Алексей Книжников. Алексей Юрьевич, также приветствую. Вам уже сегодня было много приветов. Но все-таки Станислав Сергеевич попрошу начать. Да, много уже экологических инициатив, так или иначе, в двух предыдущих блоках вспоминали. Серную программу, разумеется, рекультивацию вспоминали. Прочее. Все-таки сформулируйте основные, наиболее значимые экологические инициативы компании сейчас, основные проблемы, может быть, основные риски глобального свойства, не только для компании, разумеется. Да, добрый день. Ну, конечно, для нас чистый воздух – это одна из основных программ, одна из основных проблем компании. Мы здесь абсолютно солидарны там и с миром, и, естественно, с Российской Федерацией. Здесь много раз уже говорили про серную программу. Очень приятно было слышать во время приветствий, что все очень погружены, все достаточно хорошо знают цифры, поэтому достаточно сложно повторять то, что уже было сказано. Но все равно хочется сказать, что да, компания «Норникель» является очень серьезным источником диоксида серы, то есть загрязняющего вещества диоксида серы. Здесь мы, точно мы являемся таким лидером, да, со знаком минус в нашей стране. И в мире тоже, да. Ну, если говорить в цифрах, то если по совокупности взять загрязняющие вещества, которые выбрасывает вся промышленность, крупные предприятия российские, вот в 12 городах, которые у нас были обозначены, да, в программе «Чистый воздух», то «Норникель», все вместе компании, равно тому объему, который выбрасывает «Норникель». Поэтому для нас это приоритет номер один. Серная программа является ключевым проектом всей этой программы. Здесь действительно мы запланировали колоссальные, на мой взгляд, деньги, таких беспрецедентный проект в рамках страны. Я бы даже сказал, что этот проект не уровня компании, а, в общем-то, уровня страны. Потому что, реализуя этот проект, мы снизим количество выбросов загрязняющих веществ в России в два раза практически. Ну, около двух раз, почти в два раза. Но не стоит, если говорить про вехи серного проекта, то, да, как было уже сказано, что к 2025 году мы снизим объемы выбросов до 90%, но это этап достаточно там дальний. Да? У нас есть более ранний этап, это 2023 год. В 2023 году мы снизим, уже позволим себе снизить на 40% выбросы диоксида серы. То есть он такой двухэтапный, этот проект. Что еще хочется сказать, что вообще серный проект не является единственным проектом, который позволяет нам сбросить диоксид серы, снизить диоксид серы. Компания этим начала заниматься достаточно давно, наверное, может быть, подзабыли, а на фоне аварии 2020 года прям многие подзабыли, что компания делала хорошего в области экологии. Я вот хотел бы напомнить, что еще в 2016 году компания волевым решением закрыла никелевый завод в городе Норильске. Это был основной источник загрязнения города, потому что он находился в черте города. Это очень старый завод, который действительно создавал там очень серьезные, тяжелые, да, условия жизни с точки зрения чистоты воздуха. Компания его закрыла, ситуация в Норильске стала гораздо лучше. Мы не говорим, что она идеальная, но реализация серного проекта позволит вывести город Норильск не то, что там из тройки или пятерки грязных городов, а я уверен, и из двадцатки грязных городов России. Также не стоит забывать, мы сейчас говорим про Норильск, про Таймыр, но не стоит забывать, что компания работает также и в других регионах. Это Кольский полуостров, и на Кольском полуострове, конкретно в поселке Никель, мы закрыли плавильный цех в поселке Никель. Решение, причем это было принято еще в конце 2019 года, в ноябре, а само закрытие произошло в декабре 2020 года.
И закрыть этого завода, вообще завод очень старый был, то есть его строили еще с 1938 года, начиная, он строили его и не мы, его строили финно-канадское там, консорциум, закончили в 1942 году его строить, уже финно-немецкий там, консорциум. Понятно, что о стандартах экологии во время войны точно никаких разговоров даже не было. Это самое старое предприятие было, которое было в активе компании. Были ряд модернизаций, но все равно, конечно, он был достаточно грязный. Мало того, он создавал определенную негативную такой предмет для дискуссии между странами, а именно российско-норвежская, потому что завод стоял на, практически на границе. Поэтому закрытие этого завода, конечно, очень сильно решило проблему и Кольского полуострова, и отношений межгосударственных. Также уже, соответственно, в 21 году мы закрыли металлургический цех в городе Мончегорске, тоже на Кольском полуострове, также, соответственно, снизив выбросы диоксида серы. Что и вот закрытие этих предприятий на Кольском, оно позволит нам к концу 2021 года снизить выбросы диоксида серы на 85% по Кольскому полуострову. Естественно, закрывая все производства, это не значит, что мы уходим с этой территории. К 2025 году будет новое производство в городе Мончегорске, на это выделено большие деньги, там порядка более 90 миллиардов рублей будет потрачено. Это что касается диоксида серы. Есть тоже очень большой проект, который здесь уже упомянули. Это, назовем его так, проект «Большая уборка». Действительно, очень много накоплено в регионах присутствия. Это связано, на это есть объективные причины, в том числе, ну, все знаете, что территория Норильска закрытая такая, с точки зрения транспорта территория, туда нет железных дорог. Вывозить самолетами, кораблями мусор, конечно же, очень проблематично, поэтому накопилось достаточно большое количество заброшенных зданий, предприятий бывших, которые трансформировались, и, в общем-то, мусора. Было принято решение о начале такого проекта, выделено более 40 миллиардов рублей, создано отдельное подразделение в Норильском дивизионе численностью до 1000 человек, мы планируем это подразделение, чтобы оно в результате было. Закуплено большое количество техники, уже в этом году начаты работы по демонтажу ряда зданий, цехов, различных объектов. Ну, вот уже, по крайней мере, мы ликвидировали, очистили более 12 тысяч в 2021 году, вот планы это на 2021 год, 12 тысяч квадратных метров будет демонтировано, вывезено порядка 20 тысяч тонн различного мусора, там, включая металлолом. Дальше мы будем только наращивать эти темпы, и, естественно, все будет точно убрано. Ну, конечно, авария, она на слуху, и есть очень много запросов на то, что компания сделала после аварии. Могу сказать, что после того, как это произошло, была проведена оценка состояния всего нашего топливного комплекса. Была разработана, я бы сказал, даже краткосрочная программа ремонтов, которая до 2022 года, она уже идет, она уже начата. Общей стоимостью эта программа ремонтов на 7 миллиардов рублей, но это как бы не конечно. Мы также начали программу, инициировали проекты, которые по реконструкции нефтебаз, других объектов наших. И там уже до 2025 года мы планируем в эту программу инвестировать около 80 миллиардов рублей. Цифры очень пока приблизительные, они будут уточняться, но тоже понятно, что это достаточно колоссальные тоже деньги. Что касается, что мы сделали после ликвидации аварии, был собран, все это в прессе было очень много сказано, было собрано большое количество загрязненного грунта, порядка 180 тысяч тонн. Они размещены на площадках хранения.
В этом году мы начали уже вот с 20 числа мы начали перевозить загрязненный грунт на специальные площадки, где начали процесс ремедиации. То есть мы привлекли компанию, заключили договор с помощью бактерий. Вся загрязненный грунт будет переработан и после, соответственно, возвращен туда, где мы его взяли. Ну, на сегодняшний день там порядка уже 3000 тонн на этих площадках находится и уже начата переработка. Мы подготовим информацию о том, как будет проходить эта работа на, в общем-то, весь 2021 год, на летний период, и будем, соответственно, предоставлять общественности, общественным организациям, государственным организациям всю информацию о том, как идет процесс. Еще хочется сказать, что после аварии мы снарядили, можно так сказать, большую Норильскую экспедицию. Это было серьезное мероприятие. Оно проходило под руководством Российской академии наук Сибирского отделения. Академик Парамон возглавлял все это. Там было привлечено порядка 15 институтов, входящих в Академию наук. Выезжали с августа, в августе 2020 года, это происходило август-сентябрь. Группа ученых выезжала по своим направлениям. Вода, воздух, животный мир, растительный мир. Были проведены большое количество исследований, там было задействовано более 100 человек. Мы получили огромную информацию, она очень ценная, и о том, как авария повлияла на окружающую среду, и о том, что вообще, какое состояние окружающей среды в том регионе. Это очень интересная и полезная информация. В этом году мы планируем, то есть прошел зимний-весенний период, ситуация в какой-то степени поменялась. Мы уже собираем второй этап экспедиции, который посмотрит, что произошло за зимний период, и выдаст нам обновленные рекомендации о том, что нам нужно сделать, чтобы полностью устранить последствия этой аварии. Здесь также, соответственно, мы абсолютно открыты к участию этой экспедиции. Там различные институты, общественные организации, желающие присоединиться, они все будут, естественно, участвовать. Я могу долго рассказывать, но я так понимаю, спасибо, Кирилл уже... Спасибо, да, спасибо за открытость, за готовность рассказывать, потому что, да, случилось, но выводы должны быть сделаны, и, собственно, мы должны быть к возможным готовым подобным потрясениям в будущем. Собственно, никто от этого, к сожалению, не застрахован. Хотел бы, собственно, пообщаться с защитниками природы, с учеными в том числе. Знаю, Алексей Юрьевич, наверное, с вас начнем все-таки. Уже два привета донеслось до вас, пока вы еще находились только в зале. Я их сформулирую одним таким значимым русским вопросом. Доколе? Доколе? Собственно, ждут коллеги реакции, ну и в целом ваша оценка того, что сейчас происходит. Да, я отвечу на два вопроса, которые конкретно прозвучали. Но начать хотелось, конечно, с неких более общих материй. Компания, отрасль, которая представляет Норильский никель, она на самом деле для экологов такая довольно сложная категория. Потому что, с одной стороны, как и все другие бизнесы, связанные с добывающей промышленностью и переработкой, это колоссальные воздействия. Да? Но если, скажем, по нефтегазу и по углю у экологов с каждым годом все более четкое понимание, что мы уходим в чистую энергию и просто вопрос только когда, и об этом сейчас идет спор, то как раз вот коллеги из компании «Норникель» и из других аналогичных компаний, как в России, так и в мире, они как раз и помогают, и будут дальше помогать экологам совершать вот эту энергетическую трансформацию. И поэтому, пожалуй, именно для таких компаний сейчас присмотр экологов как никогда важен, и экологическая открытость и ответственность – это вот то, что мы, наверное, ну, с каждым годом будем только усиливать вот в рамках взаимодействия как с «Норникелем», так и с другими компаниями. И здесь, говоря об ответственности, я неспроста сказал слово «открытость», потому что это вещи фактически взаимосвязаны, и у нас, собственно, наш рейтинг, о котором я скажу в конце, он так и называется, рейтинг открытости в области экологической ответственности. Так вот, конечно, отчет об устойчивом развитии, он является квинтэссенцией, таким неким аккумулятором вот этой открытости и ответственности. Но про него как раз я сейчас особо не буду говорить, потому что я являюсь членом Совета РСПП по нефинансовой отчетности, и поэтому все, что надо, я там сказал, есть заверение. Я надеюсь...
Да, есть рекомендации, и, в общем-то, этот процесс, он будет продолжаться вот уже на площадке, в том числе и РСФП. Единственное, хочу сказать, что мы по линии Всемирного фонда дикой природы потихоньку развиваем еще дополнительный процесс взаимодействия с ключевыми стейкхолдерами для крупных компаний. Это, пока мы это называем, независимая общественная оценка отчетности крупных компаний. Мы уже провели вот в прошлом и в этом году такую оценку с компаниями ИН+, Русал, Русгидро. И мы, кстати, предлагаем, собственно, и коллегам из Норникеля подумать, собственно, о том, чтобы вот такой дополнительный механизм участия таких стейкхолдеров, как экологические организации, организовать. Это, в общем-то, не очень трудоемко, но эффективно. А чуть подробнее хотел остановиться о втором документе, который сегодня презентуется, о нем как-то, по-моему, мало говорили, как о документе. Это белая книга об уроках той самой аварии, которую мы все с вами помним, знаем. Я хочу сказать, что при всем том, что авария, конечно, шокировала там, и много можно про это говорить, но то, как действительно была построена работа и по ее ликвидации, и по информированию о всех этапах, она, если честно, нас очень порадовала. Настолько порадовала, что сейчас, на самом деле, после той аварии у нас сегодня в стране регулярно происходят подобные аварии, не такого масштаба, но, тем не менее, тоже с большим общественным резонансом. Так вот, открытости такой доступа к исходным данным по самой аварии, и по тому, как ее ликвидируют, по диалогу с стейкхолдерами мы не видим. И мы, на самом деле, даже иногда начинаем уже приводить в примеры, говорим, вот у нас есть некий бенчмарк, вот как Норникель повел себя в случае аварии. Вот в том году, положим, там сразу после Норильска, там на Дальнем Востоке была серьезная авария на трубопроводе, ничего близкого не было с точки зрения открытости. Сейчас вы, наверное, знаете, что мы в коме, так сказать, с компанией «Лукойл» ведем взаимодействие в попытках понять масштаб загрязнения, который там из трубопровода. И среди прочего, вот эта открытость, она связана и была и с тем, что после аварии компания организовала, на наш взгляд, тоже очень важное мероприятие на площадке Общественной палаты Российской Федерации по диалогу, по обсуждению. Два даже было мероприятия. И как раз вот эта белая книга, она будет тоже обсуждаться. И мы к этому готовимся, потому что документ уникальный, как вот уроки аварии. Но у нас будут вопросы, Андрей Евгеньевич. Мы будем их задавать 17-го, просто я вас заранее предупреждаю. Но опять же, это хорошо. Это глубокий диалог со стейкхолдерами, это то, что, в общем-то, очень важно. Хорошо. Хорошо, только вот. Да, просьба задать вопросы не сейчас, мы и так по времени плывем, да. Возвращаясь вот к двум вопросам конкретным, которые были получены, значит, смотрите, когда вы еще в зале, давайте. Да. Значит, наш рейтинг, он и про открытость, и про ответственность. И у нас есть такие дополнительные условия нашего рейтинга, что если происходит экологическая авария, которая еще вызывает большой общественный резонанс, то мы силами нашего оргкомитета можем на время удалить компанию из присуждения места. Это не значит, что мы не считали, не смотрели профиль компании. Мы его считали. Просто мы не присвоили никакое место компании «Норникель». И, кстати, мы не одиноки. Когда случилась всем нам памятная авария компании BP в Мексиканском заливе в 2010 году, Dow Jones их удалил из своего индекса устойчивого развития. Это, в общем-то, вот этот вот общественный вердикт в данном случае, мы его были носителями. Но я думаю, это, конечно, временное явление, и мы ответим о сроках возвращения буквально вот летом. А второй вопрос по поводу хорошо. Григория Литкова. Ну, вы знаете, у нас в семье ВВФ, глобальной организации, с каждым годом нарастают требования по учету интересов коренных мест собственности, коренных волчьих народов особенно. Поэтому сейчас новые стандарты приняты в Всемирном фонде дикой природы в целом. И хочу уверить, что создание ОУПТ, положение и регулирование новых ОУПТ, парков, например, оно будет однозначно еще больше внимания относиться к запросам коренных волчьих народов. Нам это известно, и мы будем больше и больше работать, чтобы вот таких месседжей, конечно, не слышать от коллег и от Спасибо. Будем надеяться, да, баланс будет все-таки найден. Евгений Аркадьевич, что-то добавите, да, тоже по вашим оценкам, как независимого директора в том числе. Спасибо большое, Алексей облегчил мою участь. Значит, я конкретно по тем документам, которые мы обсуждаем. Отчет об устойчивом
развития. Но я много лет занимаюсь добровольными механизмами экологической ответственности и много лет боролся с критикой, что все это фигня, потому что никто ничего, ничем... Вот сейчас, по крайней мере, отчет Норильского никеля дошел до того состояния, которую я в свое время требовал от комитета РСПП, пока меня оттуда не исключили за излишнюю критичность. То есть понятно, сколько энергии, углерода, выбросов и сбросов на единицу продукции. Из этого берется все. И пока этого не было, это была фикция. Как это появилось, это становится крайне важным документом. Можно на нем написать «не ебедой единой», который управляет компанией. Почему это важно? Как независимый ехидный директор и старый критик, там технология, которой сейчас инвестируются миллиарды по решению вопроса с выбросом серы. Как любая другая технология, она не идеальна. Основной минус – это накопление огромного количества сернокислотного гипса. Вот это в правильно заверенной отчетности скрыть нельзя. И из тех документов, которые сейчас разрабатываются программой, компании, то есть из экологической стратегии, там это и есть один из показателей, который, соответственно, в течение ближайших 4 лет должен быть как-то решен или отследовать. Понятно, что нельзя было дальше вот этой ситуации, когда 10% всего загрязнения – это выбросы компании, то есть это нужно было решать, это поручение президента, это показатели нацпроекта, но, по крайней мере, это позволяет видеть стратегию и работать на будущее. Это один момент. Второй момент – стратегия. Новости, вот как сказать, некий новый угол зрения, то, что есть в отчете, это то, что активно обсуждается сейчас в стратегии. У меня есть здесь один, мы с Андреем Евгеньевичем постоянно находимся и в диалоге, и в споре. Я считаю, что, может быть, да, можно сейчас принять, но, безусловно, хотелось бы увидеть больший вклад со стороны вице-президента по рынкам Антона Берлина, потому что сейчас мы находимся в идеологии, что да, мы загрязнители и так далее, но реально финансовое благополучие компании. Это рост спроса на те металлы, которые нужны для решения климатических проблем. Соответственно, рано или поздно это будет... То есть важно, чтобы компания научилась или смогла выпускать продукты, которые могут быть полностью по цепочке поставок конечным потребителям прослеживаться. И вот это очень важно. И еще пожелание на будущее, это, так сказать, в совете директоров есть, я писал, все хорошо. Но если мы хотим быть совсем вот там топ-5, то есть сейчас активно развивается Science-Based Target Initiative, который оценивает не насколько честно компания коммуницирует эмиссии углерода и углеродоемкость, а который говорит, который заверяет, этого достаточно, чтобы достичь предел в 1,5 градусов или нет. Нельзя сказать, что компания будет, если она примет такое решение, будет первой в стране, потому что у нас Татнефть уже начала процесс оценки, и ЕН+, и, по-моему, Архангельский ЦБК присоединились. Но вот это то, что того же, как мне, как независимому директору, хотелось бы, чтобы был следующий шаг. И переходя к белой книге, да, я согласен, безусловно, с оценкой Алексея Юрьевича. Я бы отметил такие два момента. Первое, белая книга показывает серьезные изменения внутренней корпоративной культуры компании, когда компания от зажавшегося такого, там, будем отражать все, и у нас только самые лучшие, открывается, вступает в диалог. Безусловно, уважение заслуживает решение совета директоров компании о том, чтобы внешним техническим аудитором взять компанию ИРМ, потому что эта компания, я не буду говорить подробно, в свое время она отказалась от крупного выгодного правительственного российского контракта, потому что она считала, что от нее будут требовать то, что не соответствует их данным. Это всегда вызывает. И, на мой взгляд,
для любой крупной компании со сходными рисками было бы правильно прочитать хотя бы то, что есть в Белой книге. Потому что там видно, что основной вывод, что важно не только формально tick the box про нормативные требования, но и считать стоимость и риски. То есть, грубо говоря, что если бы чуть-чуть было, или там не чуть-чуть, было бы более качественно, соответственно, с нормативными документами, была сделана обваловка, то весь бы мазут ушел бы в горную выработку, которая для этого предназначалась. Что если бы были бы заранее известны, где узкие будут места, то там уже лежали бы боны. То есть это был бы выигрыш во времени. Но эта компания опубликовала в Белой книге, и, на мой взгляд, это очень здорово. И завершая, уже сегодня утром просматривал, когда сюда я ехал, там уже можно сделать некий задел на будущее по обоим документам. Это то, что компания не всегда должна выступать просто как источник финансирования. Что очень важно вести именно вот партнерский. Потому что то, что мы крайне важно, чтобы данные чтобы мы заповедникам помогали не потому, что им нужно помогать, а потому что мы понимали, что мы используем их данные по динамике численности животных и растений как оценку наших воздействий. Это один момент. И второй момент, то, что касается коренных... Ну, это вот, про биоразнообразие это очень важно, но также важно и другое, что кто будет дальше финансировать работу рыборазводных заводов, которых просят. Это же тоже лежит на компанию. То есть, может быть, нужно думать про такие механизмы восстановления рыбных ресурсов и доступа к ним коренным малочисленных народов, чтобы, с одной стороны, сохраняло традиционное природопользование, но не превращалось в то, с чем у нас часто превращаются рыборазводные заводы в европейской части России. Спасибо. Для того, чтобы выработать эти механизмы, собственно, нейтрализации последствий, возможные риски, определить и публикуется эта книга. Для этого компания, собственно, и действует открыто. Спасибо большое, коллеги. Будем двигаться дальше. Впереди еще немало интересных тем. Буквально через минуту продолжим. Спасибо. Итак, мы продолжаем презентацию отчета об устойчивом развитии групп компании «Норникель» за 2020 год. В этом блоке поговорим об изменении климата. Андрей Евгеньевич, вот
существует давняя проблема изменения климата. Сколько мы боремся, непонятно, с какой степенью эффективности. Государство этим занимается, бизнес. Как вы эту проблему видите? В частности, проблему изменения, измерения, собственно, изменений климата. Что компания делает в этом направлении? Ну, климат меняется. Мы все на себе это чувствуем, где бы мы ни жили. Но в силу таких физических причин он активнее меняется на полюсах. Не буду вдаваться там в подробности, рассказывать про силу Кориолиса, но вот на днях рабочая группа по реализации программ арктического мониторинга и оценки при Арктическом совете выпустила доклад, в котором говорится, что Арктика нагревается в 3 раза быстрее остальной планеты. Ну, такое серьезное наблюдение. Поэтому для Норникеля, который работает в арктической зоне, вопрос адаптации к климатическим изменениям – это безусловный приоритет. Мы стараемся базировать его на системном подходе, широкомасштабном внедрении разного рода инноваций технологических, управленческих. И на наш взгляд, при правильной реализации программы адаптации, помимо снижения климатических рисков, будет содействовать интенсификации социально-экономического развития регионов, где работает компания. Вот произошедший в прошлом году крупномасштабный инцидент с разливом дизельного топлива показал, что в основе череды событий, приведшей к аварии, с большой вероятностью лежит геокриологический фактор, обусловленный климатическими изменениями. Там еще были проблемы, связанные с качеством строительных работ, но это уже вторично. Поэтому сегодня перед компанией стоит такая нетривиальная задача, помимо классических метео- и климатических рисков, арктическая специфика диктует необходимость изучения отклика многолетне мерзлых пород на климатические изменения, прогнозирование этих изменений на перспективу, учет рисков в производственных планах компании. Поэтому самым кратким образом отмечу, что прорабатывается вопрос создания перспективной многоуровневой системы мониторинга, включающей космические средства дистанционного зондирования. Дальше мы, конечно, с интересом относимся к инициативе Минприроды о создании системы мониторинга многолетне мерзлых грунтов в России на базе Росгидромета и готовы всячески содействовать и участвовать в реализации этой инициативы. Одновременно по нашей инициативе налажен диалог с профессиональным научным сообществом. Вот уже речь шла о большой Норильской экспедиции. Кроме того, вместо выведенных из эксплуатации разобранных резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 будут построены новые, но при их проектировании проводится обширный комплекс инженерно-геологических изысканий с углубленным изучением геокриологических особенностей территории для учета климатических рисков. Но с точки зрения адаптации и снижения этого риска, возможность кардинального исключения риска разливов топлива за счет отказа от его использования в качестве резервного топлива ТЭЦ, ну, это, наверное, самый был бы правильный поступок со стороны компании. Вопрос только в согласовании вот этих резервных требований с Минэнерго. Ну, диалог этот начат. Рассчитываем на то, что сможем здесь доказать свою правоту и адаптироваться к климатическим изменениям. Спасибо, Андрей Евгеньевич. Но проблема климатических изменений – это проблема глобальная, всемирная. Мы здесь, увы, не одиноки, или
не знаю, к счастью, не одиноки. Проблема должна решаться глобально. К нам присоединяется из Соединенных Штатов специалист в области креолитологии, профессор географии международных отношений университета имени Джорджа Вашингтона Дмитрий Стрелецкий. Дмитрий, приветствую. Как эту проблему видите вы сейчас? Ну вот если говорить об измерении, да, того, что происходит с климатом, в климате большое внимание, большие надежды возлагались, по крайней мере, какое-то время назад на так называемую бигдату, на качественную бигдату. Что сейчас здесь происходит? Насколько это эффективные методы оценки изменений существуют? Добрый день, уважаемые коллеги. Я считаю, что, конечно, компания развивается в правильном направлении, потому что это очень существенная проблема. Это проблема потепления климата в северных и высоких широтах. Действительно, как было отмечено, климат влияет на разные аспекты жизнедеятельности и производства в арктических регионах. Именно арктические регионы наиболее четко реагируют на эти изменения. Да, то есть, если вы что-то строите в Москве, в Лондоне, в Нью-Йорке, то вы можете просчитывать инфраструктуру под изменение климата на горизонт ближайшие 50 лет. Те же самые изменения, как было отмечено, в арктических регионах происходят быстрее в 3 раза, то есть у вас в 3 раза меньше времени. Да, и вот это понимание этих процессов очень важно. Мне кажется, что с учетом того, что Россия в целом, надо понимать, это, конечно, арктическая страна, у нас значительная часть населения, инфраструктуры расположена в зоне многолетних мерзлых пород, которые очень четко влияют на различные аспекты жизнедеятельности. При этом именно многолетние мерзлые породы зависят от климатических изменений. Да? При изменении климата происходит повышение температуры мерзлоты, увеличение слоя сезонного оттаивания. И эти характеристики влияют на жизнеспособность, на устойчивость инфраструктуры. При этом, как было отмечено, некоторые из этих изменений мы видим. Да, мы можем увидеть береговую эрозию, мы можем видеть эти дороги, по которым мы едем, да, где происходит протаивание грунта. Но есть характеристики мерзлоты, которые практически не видны невооруженным глазом. И, например, температура мерзлоты, она определяет устойчивость фундаментов зданий и сооружений, построенных на них. И вот это вот небольшое возможное изменение на 2 градуса, скажем, оно существенным образом влияет на несущую способность и способность инфраструктуры быть устойчивой к воздействию различных изменений. Поэтому, конечно, это очень важная тема, которая отражена в Белой книге и в отчете. Мне кажется, что без этого невозможно развитие никак Норильского промышленного района, не так в целом объектов и городов, построенных в арктической зоне на многолетних мерзлых грунтах. Потому что мы все понимаем, что климат меняется и продолжает меняться в будущем. Поэтому если у нас нет адекватного мониторинга, мы не знаем, насколько мы больны, мы не понимаем, насколько затронута та или иная инфраструктура. Поэтому я очень приветствую любые диалоги и направление по улучшению мониторинга как климатических характеристик, так и специфично многолетних мерзлых пород. Мне кажется, что именно Норильск с богатой историей строительства на мерзлоте, именно в Норильске в середине 50-х годов были придуманы свайные фундаменты, которые в 60-х во многом обусловили возможность быстрого освоения и индустриализации Арктики. Поэтому мне кажется, что именно Норильск, Норильский промышленный район в целом может выступить как площадкой для новых инноваций, для новых методик, для новых разработок, не только по мониторингу, включая большие базы данных, по мониторингу, включая самые последние спутниковые технологии, но и апробации всей этой цепочки от получения данных по изменению характеристик под конкретным объектом до принятия решений по конкретным мерам по адаптации инфраструктуры. В заключение я бы хотел отметить, что
изменение климата действительно это глобальная проблема. И арктические страны, да, Россия-то сейчас возглавила Арктический совет. В общем, изменения действительно существенные. У нас большое количество как экономически завязанных объектов, и население проживает в этих районах. Поэтому это не только вызов Норникелю, это не только вызов городу Норильску или Северо-Красноярскому краю. Это вызов в целом нашей стране России. И без поддержки на самом высоком уровне, на федеральном уровне, я думаю, что здесь не обойтись. Спасибо за внимание. Спасибо, Дмитрий. Ну что ж, мы будем продолжать. Через несколько минут поговорим о зеленых металлах, из которых отчасти, может быть, будут выкованы инструменты, с помощью которых мы победим изменение климата, ну и множество экологических проблем. Продолжим через минуту. Мы продолжаем, поговорим о зеленых металлах, как я уже сказал. С нами вице-президент, руководитель блока сбыта и коммерции Норникеля Антон Берлин. Антон Витальевич, приветствую вас. Добрый день. И основатель и глава Clean Tech Club Станислав Андреон. Станислав, также приветствую. Добрый день. Антон Витальевич, ну, наверное, с вас начнем. Просто я уверен, что большинство из тех, нас, кто сейчас нас смотрит, кто присутствует в зале, понимают, что такое зеленые металлы, понимают, откуда это. Но все-таки я бы вас попросил рассказать детальнее, что это такое и что делает компания по этому направлению, как металлы зеленеют. В общем-то, всегда были металлы металлы, а вот внезапно стали зелеными. На самом деле зеленый металл – это не совсем четкое определение. Сейчас обычно так называют металлы, которые нужны для создания зеленой энергетики, то есть производство, дистрибуция и хранение электроэнергии. Из нашей корзины это в первую очередь никель, кобальт, медь. Ну, также важны в мировых масштабах литий, марганец, алюминий. И, на мой взгляд, всегда еще важный аспект происхождения этих металлов. Если они производятся варварским способом, наверное, не совсем корректно их называть зелеными, только исходя из химического состава. Разумеется, какие-то долгосрочные тренды здесь определили. Вот что делает Норникель, исходя из этих трендов, как-то, я не знаю, как цепочка меняется, например, от с момента производства, добычи руды до момента, собственно, отгрузки конечному потребителю? Ну, здесь несколько таких плоскостей. То, что важно для наших рынков сбыта, это электромобили и батареи. Это действительно большой, очень важный растущий сегмент. Мы полагаем, что в ближайшие 2-3 года он выйдет на второе место, уступая только нержавеющей стали по объему спроса на никель. При этом принципиальное отличие, что европейский батарейный рынок, например, ищет не просто тонны физического металла, а тонны физического металла, у которых есть определенные ESG-признаки, у которых есть доказанная этичность, устойчивость производства, у которых есть определенный углеродный след. И это принципиально меняет то, что мы видели до этого в металлоторговле. Ну, то есть это существенный перелом? Все металлы будут зеленеть? Или как вы глобально видите эту проблему? Ну и позиции. Просто я вот, исходя из этих трендов, вижу там будущее норильского никеля. Это безусловно светлым. Или я ошибаюсь?
Придется менять существенно структуру производства и прочее. Этот тренд глобальный. Просто есть отрасли потребления, которые более чувствительны, и они на передовой. Например, электромобили. Там, какие-то отрасли, может быть, чуть медленнее к этому движутся. С точки зрения Норникеля, на мой взгляд, мы сейчас один из лидеров. Это не значит, что мы можем остановиться, сказать, все, job done. Потому что сама концепция устойчивого развития предусматривает, что компания продолжает совершенствоваться, даже если она лидер. Но у нас одна из самых больших проблем выбросы диоксида серы – это то, что будет решаться, то, что уже обсуждалось. По углеродному следу мы сегодня один из лидеров. С точки зрения происхождения и этичности металла мы один из самых удобных поставщиков, поскольку мы вертикально интегрированы. И мы можем легко показать, да, откуда у нас берется руда, как она перерабатывается, как она превращается в товарную продукцию. Но это становится одним из таких важных признаков товара, который мы поставляем, происхождение. Спасибо, спасибо большое. Станислав, вот вы как основатель, глава клуба, я бы попросил, наверное, не только про зеленые металлы поговорить, хотя это, безусловно, интересно, и плюс это тема этого блока, но все-таки и про трансграничный углеродный налог, который, ну, все активнее будет, очевидно, вводиться, да, это все-таки угроза только ли для российского бизнеса или для всех. И немного резюмировать, о чем мы говорили, что вам кажется наиболее интересным из того, что было услышано, но, разумеется, в сжатом достаточно формате. Коллеги, Станислав будет выступать, насколько я понимаю, на английском языке. Если нужен перевод, у вас должны быть специальные девайсы. Просьба их только с собой потом не забирать. Ну, по инерции, в сумку, я знаю. Станислав, да, вам слово. Yes, thanks a lot for the... Спасибо большое за приглашение. Я очень рад находиться здесь и быть частью этого мероприятия, поговорить с вами о климате, побеседовать с различными экспертами, представителями компании Норникель. Это правда все, что вы говорите. Мы являемся большой частью производства Норникеля, кобальта, Норникеля, а также меди и других металлов. Мы их уже используем и будем продолжать использовать для развития зеленых технологий. Это зеленая революция, которую сейчас мы претворяем в жизнь и которой мы будем заниматься. Каждый день мы будем испытывать потребность в этих металлах, этих материалах для того, чтобы создавать инфраструктуру, создавать электромобили, другие вещи. Сейчас мы много говорим о технологиях на основе водорода. И для них также потребуется продукция компании Норникель. Поэтому что необходимо для развития зеленых технологий, для совершения зеленой революции? Для этого вам прежде всего необходимо оказывать влияние. Ведь мы будем влиять на экологию. Мы должны снижать углеродный след. Мы понимаем, что Илон Маск хочет создавать Теслу, производить Теслу в России. Но для этого необходимы некие материалы, технологии, которые в том числе можно взять у норильского никеля. В Европе мы все больше уходим от потребления газа и угля. Мы переходим на возобновляемые источники энергии, солнечную энергию, на ветряные турбины. Все эти зеленые технологии будут развиваться и дальше, будут становиться более популярными. И эта зеленая революция наконец свершится. Но для этого необходимы материалы, сырье. Поэтому я хочу сказать, что Норникель играет важную, крупную роль в этой революции. Вы показываете, что эта революция возможна. Вы можете создавать, производить зеленые металлы. Вы можете участвовать во всей цепочке поставок от самого начала до потребления. Благодаря вам становится возможным отслеживать, контролировать, как материалы используются, снижать воздействие на окружающую среду, снижать выбросы вредных газов, парниковых газов. И буквально несколько недель я выступал на Совете Европы, и там было сказано, что мы хотим двигаться в том же направлении. Мы являемся частью вот этой углеродной нейтрализации. И Норникель не только в России, но и в других регионах может оказать большое влияние на те страны, которые хотят импортировать подобные металлы для развития зеленых технологий.
необходимо учитывать, что это все позволяет снижать углеродный след и выбросы парниковых газов, что в конечном итоге окажет положительное влияние на состояние экологии. Норникель – это компания, которая меняет правила игры на рынке. Вы оказываете большое влияние, и по сравнению, например, с коллегами из добывающей промышленности, я могу сказать, что Норникель может стать по-настоящему важным игроком в этой зеленой революции. Вы можете показывать, что подобные вещи, их производство, этих металлов, их добыча для сокращения углеродного следа стали, наконец, возможным. И в этой связи сейчас зеленые технологии двигаются в этом направлении. Для того, чтобы достичь целей устойчивого развития, Россия также придерживается повестки дня, которая претворяется в других странах. Это очень важно. Возможно, вы только в самом начале этого пути, но если не идти по этому пути, вообще ничего не получится. И Норникель здесь играет очень важную роль. Спасибо, спасибо, Станислав. Андрей Евгеньевич, что-то добавить? Вот, собственно, мы говорим, с одной стороны, Норникель, да, он занимается, значит, уменьшением воздействия на окружающую среду, а с другой стороны, озеленяет, что называется, ну, если можно так выразиться, продуктовую линейку. В частности, насколько я понимаю, ну, вот о чем говорил Станислав в том числе, идет озеленение цепочки поставок как таковой, которая тоже имеет серьезное достаточно влияние на среду. Так? Ну, наверное, так, потому что цепочка поставок это связанные между собой процессы и ресурсы, используемые никелем на всех этапах создания стоимости. От оформления контрактов на поставку материалов и услуг до передачи товаров конечным потребителям. Но управление цепочкой поставок позволяет обеспечить бесперебойную работу всей группы и надежность ее поставок потребителям. А вот интеграция аспектов ESG в систему управления цепочкой поставок позволяет компании управлять соответствующими рисками и реагировать на потребности потребителей. Поэтому компания поддерживает сотрудничество с теми партнерами, которые обеспечивают безопасные условия труда, уделяют первостепенное внимание охране окружающей среды, ну и, естественно, соблюдению прав человека. Поэтому мы ожидаем от своих поставщиков следования передовой мировой практики в области рационального использования природных ресурсов и материалов и наличия соответствующей сертификации. И при этом мы включаем в качестве обязательного требования в свои договоры требования в области охраны труда и антикоррупционную оговорку. Ну, вот это не совсем ответ на вопрос о зеленых металлах. Но зато по цепочке все стало понятно. Да. Понятно. Вижу, не просто зеленое, еще бы ответственное, Васик. Спасибо большое, коллеги. Мы переходим к последнему блоку обсуждения. Буквально через минуту поговорим о прогрессе компании в раскрытии, собственно, информации ESG. Мы об этом уже немало говорили, но все-таки будем резюмировать. Еще раз спасибо. Через минуту вернемся.
Итак, мы подходим к завершающему блоку нашей презентации. Отчет по устойчивому развитию компании «Норникель». Поговорим, собственно, о том прогрессе, который компания из года в год, как мы видим, собственно, из выступлений предыдущих спикеров, делает, о том, каковы планы в области ESG и так далее. К нам присоединились Светлана Ивченко, директор департамента устойчивого развития «Норникеля». Светлана Владимировна, приветствую вас. Добрый день. И Владимир Скобарев, партнер Grant Thornton, директор департамента по корпоративному управлению и устойчивому развитию. Владимир Леонидович, также здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что приехали. А, Светлана Владимировна, все-таки давайте, я не знаю, коллеги уже похвалили, собственно, когда внешние контрагенты, назовем их так, хвалят, что уже изнутри хвалится. Но все-таки, как бы вы описали прогресс, последовательную работу, которую «Норникель» делает в плане достижения и высокой открытости, и высоких стандартов качества отчетности? Ну и по планам, по ESG направлению, как бы вы их сформулировали? Кирилл, спасибо за вопрос. Я скажу так, каждый год подготовка отчета об устойчивом развитии для нас это новый вызов, потому что что-то меняется во внешней среде, во внешних требованиях, и мы расширяем и углубляем те показатели, по которым в компании отчитываемся. Выходят новые стандарты, новые требования, поэтому отчет растет, и очень сложно удержаться в тех 100 плюс страницах, чтобы рассказать о всей деятельности компании. И для нас, безусловно, отчет на протяжении ряда лет был тем стержнем, вокруг которого структурировалась и упорядочивалась деятельность в области устойчивого развития. И мы продолжаем вот эту самую стандартизацию, готовясь к вступлению в две отраслевые ассоциации, ИРМА и СММ, которые охватывают предприятия горно-рудного направления металлургии. И для нас это еще один шаг для того, чтобы выстроить свою деятельность в соответствии с буквами ESG по всем направлениям и соответствовать высоким стандартам, начиная от стратегии, политик и непосредственно внедрение в деятельность компании. 2021 год для нас год, когда мы пересматриваем политики в области ESG, внедряем новые, в частности, в области климата, и выстраиваем свои внутренние процессы в разных направлениях: права человека, антикоррупция, огромный блок, связанный с экологией, безусловно, о чем говорили коллеги, в том, чтобы соответствовать этим стандартам. Ну и определенным еще мерилом для нас всегда существовали, были рейтинги инвестиционные, Sustainalytics, MSCI, по которым мы оценивали то, насколько нас видят инвесторы с точки зрения ESG. Спасибо, спасибо большое, Владимир Ильянович. Ну, насколько я понимаю, требования по ESG повестке постоянно ужесточаются на глобальном рынке. В России происходит, ну, пока, наверное, не так интенсивно, но примерно тот же самый процесс. Какие требования сейчас предъявляются крупному бизнесу? К чему готовиться? Давайте вот так вот. К чему готовиться? Потому что очевидно, что вот так называемые ковенанты к ESG переменным, они будут все более серьезны. Ну, поскольку, собственно, об устойчивом развитии, об управлении различными аспектами устойчивого развития здесь много говорилось, я позволю себе ограничиться вот повесткой отчетности. Отчетность. И, да, и здесь я бы сказал, все-таки не удержался бы и сказал, что Норильский никель уже много лет, чуть ли не 20 лет развивает эту практику. 2 года назад ЮНКТАД, ООНовская организация, наградила «Норникель» дипломом за развитие практик отчетности в области устойчивого развития. «Норильский никель» 2 года назад включился одним из первых в мире в пилотный проект ООН по раскрытию показателей достижения цели устойчивого развития компаниями. И вот буквально в апреле месяце был опубликован доклад, первый доклад о реализации этого пилотного проекта, это вот титульная страница, и, собственно, этот доклад посвящен как раз кейсу Норильского никеля. То есть это первая в мире компания, которая вот сделала такую работу. Если переходить к вопросу требований и дальнейшего развития практики отчетности, я бы сказал, что да, конечно, рейтинги – это очень важно,
Но есть такая точка зрения, разделяемая очень многими экспертами, что разнообразие рейтингов столь велико, что уже довольно трудно ориентироваться на всю эту совокупность. Но надо при этом учитывать тенденцию унификации показателей нефинансовой отчетности, отчетности об устойчивом развитии, которая имеет место в мире. И я думаю, для компании важно отслеживать эти процессы, исследовать вот новым тенденциям, которые еще только определяются, и тогда компания и с точки зрения отчетности будет тоже впереди, как и до того. Спасибо. Спасибо большое. Андрей Евгеньевич, я попрошу тогда резюмировать вас, как, собственно, вы открывали, вам резюмировать нашу встречу и, собственно, отчетность. Может быть, еще несколько слов, как об отчете, так и о белой книге. Ну и вам слово. Знаете, надо заканчивать. Давайте на пустите. Мы уже почти, сколько, 2,5 часа заседаем. Вот, поэтому вот. Мое заключительное слово будет кратким. Вот Христос ходил по воде. Если загрязнение будет продолжаться, это скоро сможет сделать каждый. Отчет об устойчивом развитии Норильского никеля убедительно показывает, почему это не произойдет в Норильском промышленном районе. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо большое. Но я уверен, что нас смотрят не только отраслевые эксперты, но в том числе участники крупного бизнеса, российского, и конкуренты в том числе. Призываем быть открытыми, экологичными, ответственными. Всего вам хорошего. Берегите себя и землю. Всего доброго.